Серьезная авария с участием двух легковушек произошла днем в четверг, ориентировочно в 15:10. Форд двигался в сторону кинотеатра «Товарищ», на перекрестке поворачивал налево. Водитель не убедился в безопасности маневра и не пропустил BMW, который ехал навстречу. Столкновение в лучших традициях франшизы «Форсаж». Момент удара зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Американца развернуло на 90 градусов. BMW тем временем припарковался около остановки гостиницы «Бобруйск». Выяснить, с какой скоростью двигался немец, предстоит специалистам. Удар оказался такой силы, что Форд снес светофор. Благо, в это время никого не было на пешеходном переходе. Выбиты стекла, сработали подушки безопасности, лопнули даже шины. У BMW поврежден передний бампер, разбиты фары. По кошельку ремонт ударит тоже не слабо. Оба автомобиля получили механические повреждения. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет сохранить жизнь как свою, так и окружающих людей. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.